Всем привет! Ну что, есть предположение, что мой недубовский розовый оказался багровым. Я списалась с продавцом. Он, конечно, сам расстроился, что так получилось, но я его заверила, что мне, в принципе, этот сорт понравился, если он не будет так болеть, как тройка крайного, потому что я изначально думала, что это тройка крайного. Но у меня все кусты, и Преображение, и Виктор, и Юбилейная Черкасска, они все время болеют. А этот, вот, на удивление, очень даже хорошо выдержал. Единственное, что сильно-сильно погорошил. И когда я написала продавцу, то он предположил, что, скорее всего, это будет багровый. Хотя я все равно немножко сомневаюсь, потому что у этого куста, как вы видите, красная-красная лоза. Точно такая же лоза, конечно, и у тройки крайного у всех. Я пересмотрела несколько видеороликов про виноград багровый. И пока в раздумьях, потому что непонятно. Ой, тут осы уже грызут. Да, он уже сладкий, его уже можно рвать, но мы просто не успеваем. Поэтому он висит, как говорится, дозревает, изюмится. Ну, а мы потихоньку рвем. Вот здесь хорошо, вот солнышко уже припекло его. Вот хорошо видно расцветка. Ягода, скорее всего, будет вот такая крупная. Лоза вот такая красная, полосатая какая-то, прям полоски. Листики вот такие, клинообразные. Но я пока все равно не спешу называть этот сорт, потому что все-таки есть сомнения, что это все-таки может быть и что-то из тройки крайного. Хотя, вот как я говорю, мои, у меня они растут, и они не набирают такой расцветки, как этот сорт. Он прям такой, вот видите, полосатенький получается. Поэтому, скорее всего, может быть, что это действительно багровый. И у меня просьба к моим зрителям, если у вас растет такой сорт, напишите, пожалуйста, похож он на ваш сорт или не похож. Такая у вас лоза красная или не такая. Такие у вас листья, вот прям клюнообразные, прям такие. Или не такие. Потому что самой пока я разобраться не могу. В интернете пока таких более хороших видеороликов я не нашла. Есть старые видеоролики, но там качество не сильно такое хорошее и невозможно понять. Вот. Если есть фотографии, у меня есть телеграм-канал, можете туда сбросить в личку мне фотографии своего багрового, чтобы я могла сравнить. Вот здесь вот так вот эта лоза выглядит. Тоже, видите, она вся такая краснющая. Ну, тоже, в принципе, как и Преображение, выстреливают вот такие пасынки с соцветиями, что не есть хорошо. У нас уже пришли холода, ночи очень холодные, и как результат все молодые листики прихватывает. То есть уже не надо им наращивать вот эти вот соцветия, которые вот то же самое. Вот именно вот это меня и смущает, что вот у меня тройка крайного постоянно выбрасывает соцветия. Но, в принципе, сорт хороший, на вкус сладкий. Есть легкая нотка муската. Косточка. Давайте посмотрим косточку. Вот такая вот ягодка. Косточка здесь есть. Ну, ягода такая плотненькая. Плотненькая, но мясистая. Есть и похрустее сорта. Это более мясистая. На вкус мне очень нравится. Поэтому, если этот сорт в следующем году себя покажет хорошо, то я буду только рада. Потому что дубовский розовый, как я уже заметила, в нашей стране есть проблема с вызреваемостью и лозы, и ягоды. Поэтому, если этот сорт не будет болеть и будут хорошие грозди, то я буду даже очень рада. Подожду следующего года и посмотрю. Ну, а пока всем до встречи!